be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Всем привет, ребята! Это не очередная серия «Звездных войн», это рыболовные приключения на Флагман ТВ. И с вами Евгений Чертенков. И сегодня, ребята, 10-я юбилейная программа. Поэтому давайте вспомним, как это было. И наша сегодняшняя передача, первая передача, будет посвящена одной из самых интересных, самых сложных рек для рыбалки – реке Десна. Деснянский красавец. Мы продолжаем нашу рубрику «Рыболовные приключения». И сегодня в нашем сюжете путешествие на реку Ростовица. А наш сегодняшний сюжет будет посвящен путешествию на реку Сула. Это просто монстр, короче. Я таких вещей никогда не видел. О-хо-хо! Наша сегодняшняя рыболовная сессия будет проходить на Киевском водохранилище. А поедем мы сегодня на Бурштинский канал. И сегодня мы приехали на реку Рось. Не просто на реку Рось, а в дельту этой реки. Сегодня мы с вами отправимся на Каневское водохранилище. И сегодня мы отправляемся на реку Турунчу. Натуральное рыболовное приключение. Такого не было давно. Просто дух захватывает. Сегодня мы отправляемся на Киевское водохранилище ловить вот таких, вот таких вот лещей огроменных. Вот это рыба, елки-палки. Итак, ребята, знакомьтесь, это наша команда Флагман ТВ. Вы часто в комментариях пишете лайк операторам, операторы красавчики, снято круто. Поэтому знакомьтесь, вот наших два оператора, Саня, Серега, это они стараются для вас. Классно снимают наши сюжеты и особенно рыболовные приключения. Также в своих комментариях вы пишете, что монтажер красава подобрал отличную музыку. Знакомьтесь, это Леха, наше молодое дарование, которое отлично монтирует сюжеты, подбирает очень модную музыку. И все вот эти вот перевороты движения, это все делает он. Это наша дружная команда, с которой мы мотаемся по водоемам и снимаем для вас сюжет. Также хотел еще, ребята, сказать и вспомнить о наших ребятах, с которыми мы начинали снимать рыболовные приключения. Привет передаем Костяну Загребельному, привет передаем Евгению Сулименко и, конечно же, Парасочке Кириллу. Ребята, мы о вас помним, приезжайте к нам в гости. Ну что, парни, поработаем? Погнали. Погнали. Итак, ребята, нашу юбилейную 10-ю программу мы решили провести на моей самой любимой реке, река Днепр.
Приехали мы в село Неданчичи, это недалеко от города Славутич, Черниговская область. Чтобы понимали, здесь уже граница с Республикой Беларусь. Сегодня, к сожалению, не будет рыбалки с подписчиком, так как случились небольшие форс-мажоры, о котором сейчас расскажу. Сначала нас пригласили в Коновку, на реку Днестр, но там прошли очень обильные дожди, и поэтому сейчас там рыбалка невозможна. Потом же нас тоже пригласили на реку Рось, но там тоже сейчас вода цветет, и с рыбой все очень плохо. Также нас звали в Житомир наши подписчики, но там тоже после дождей очень сильно размыло дорогу, и поэтому не получилось с ним приехать. Ребята, не отчаивайтесь, не огорчайтесь, мы обязательно в этом году к вам приедем. Поэтому сегодня в кадре я один, но я думаю, это будет не менее интересно, чем предыдущие рыболовные приключения, потому что приехали на Днепр мы половить, конечно же, днепровского леща. Сегодня будет много прикормки, много гороха, много наживок. Поэтому, кому нравятся рыболовные приключения, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а мы погнали! Итак, как всегда, по нашим правилам рыболовных приключений, мы здесь никогда не были. Я здесь никогда не рыбачил, конечно, знаю реку Днепр, но в этом месте я никогда не был. Поэтому мы успешно прибыли на место. Сейчас с помощью, как называю его, своего маленького помощника, пойду промеряю глубину, чтобы примерно понимать, где маркериться, где ставить платформу. Поэтому погнали маркериться. Имеем глубину 5,3 метра, примерно на метрах где-то 30. Ага, вот пошло углубление. Ох, и рыба есть, отлично вообще. Очень хорошо. На дне есть рыба, это хороший показатель, 6 метров. Глубина, ну 6 метров для Днепра, прекрасно, прекрасная просто глубина. 6,1. 5,9. Ага, все, и вот пошел. 5,6. Пошел выход из ямы. Значит, все, 5,4. Под берегом, ребята, 5 метров глубины. Буквально там, ну, в 15 метрах от берега. Сейчас еще раз закину. Себя еще раз перепроверю. Значит, так, пока навскидку. Что мы имеем? Имеем мы где-то в метрах 40 примерно, глубина 5 метров, потом идет где-то в метрах 30, начинается канавка такая, она где-то 6 метров 20 сантиметров, примерно так, и потом опять выход получается на 5 метров, значит, я думаю, что, ну, логичнее всего, да, вот, короче, 5,6 метров у нас получается где-то там приблизительно метров 40 дистанция. Вот подматываем ближе, проверяем. 5,7. Вот начинается 6 метров. Получается, идет такая вот канава, где-то на которой больше метра перепад. Вот такой, в принципе, да. И вот он идет такой весь канавами. Здесь у нас все еще 6,1 метра, да. Ну, прекрасно. Получается, что вот пошел 5,9, 5,8. И как раз вот на этой бровке показывает рыбу. 5,7. Значит, получается, что будем цепляться за эту канаву, искать на ней какое-то перспективное место. И, в принципе, я думаю, что рыбачить будем как раз вот в этой канаве 6 метров. Она идет примерно шириной, эта канава где-то метров 10-15. И я так думаю, что 6 метров это будет очень хорошее место для ловли днепровского леща, я думаю, и днем, и ночью. В принципе, смотрю, течение не очень сильно, я с собой взял несколько удилищ, но об этом чуть попозже. Поэтому я думаю, что здесь можно ставить спокойно платформу. Сейчас ее установлю, поставлю все оборудование и, конечно же, перейдем к заместу прикормки. Поэтому рыболовные приключения на Днепре продолжаются. Итак, ребята, ну, что вам хочу сказать. Прекраснейшее, красивенное место. То есть, ну, мы много ездим по нашей необъятной родине, как говорится, в поисках приключений, но здесь просто красиво. Днепр такой широкий, зелень, лес, ну, просто шикарно. Ну, в общем, от лирики к делу.
перейдем к замесу прикормки. Сегодня у нас, как говорится, в плане поймать леща, поймать его нормальное количество, надеемся на крупного, поэтому состав сегодня будет, как всегда, максимально простой, инертный, сладкий, тяжелый, в принципе, очень похож на то, что мы делали в предыдущих рыболовных приключениях. Итак, значит, сегодня прикормки будет 4 килограмма, мы все-таки приехали, сюда на сутки, так что прикормки понадобится много. Значит, сегодня у меня будет в ведре 2 килограмма прикормки серии Grand желтый лещ. Высыпаем его. В принципе, я вам скажу, что вот тот микс, который я сейчас делаю, это, ну, проверенный уже мой любимый микс из прикормок серии Grand. Значит, килограмм Суприма, сладкая, крупнофракционная, калорийная прикормка, то, что надо будет нашему лещику. Обе эти прикормки идут такого насыщенного, приятного такого желтого цвета, с добавлением арахиса, крупномолотого бисквита, то есть, ну, прикормка то, что надо. И, конечно же, так как мы на реке, добавлю я сюда еще килограмм лещ ривер. Это как бы прикормка тоже для ловли леща, но в речных условиях она немножко тяжелее и сделает тяжелее нашу прикормку и намного инертнее. Высыпаем, у него такой запах немножко со специями интересный, поэтому я думаю, что он в этом миксе будет уместен. Сейчас мы их вместе с собой в сухом виде быстро подружим. Во-первых, он коричневого цвета, немножко закрасит нам нашу прикормку. Она не будет такого яркого желтого цвета, а будет такая чуть-чуть сероватая. То, что нам надо. Значит, что следующее? Ну, лещ, разумеется, лето. Поэтому обязательно будем добавлять арому. Сегодня, в принципе, как ни странно, я возьму арому для ловли карпа. Но вот эта вот аромка, лично чем мне нравится на леща, она такая очень насыщенная, очень-очень сладкая. Поэтому, в принципе, там, не смотрите, что на ней написано карп, ее можно спокойно добавлять для ловли леща. Сейчас я ее разбавлю небольшим количеством воды. Я думаю, что мы выльем всю бутылку, пусть прикормка будет очень сладкая-сладкая. То есть я думаю, что для июля месяца это то, что надо. Так, немножко ее размешаем с водой и начинаем наше, сейчас веточку уберем, наше первое увлажнение. Увлажнение, конечно, будет несколько этапов, потому что прикормка нам нужна инертная, тяжелая, поэтому ей надо нормально постоять и попить водички. Так, ну что, ароматика шикарная, прикормочку немножко увлажнили. Сейчас аромка как раз с водой. Мелкие частицы мгновенно вберут в себя этот запах. Крупные, конечно, будут дольше настаиваться аромой. Но это еще не все. На этом этапе я сегодня хочу еще добавить мелассу. Я думаю, что она здесь тоже будет уместна. Во-первых, она сделает нашу прикормку тяжелее. Во-вторых, она тоже идет ароматизированная. Для ловли леща с прекрасной такой ароматикой. Ну и плюс будет давать такую хорошую муть. Поэтому уверен, что мелласса здесь нам тоже пригодится. Добавляю ее в водичку. Я как бы, ребята, понимаю, что сегодня большое количество ингредиентов. Но поверьте, для того, чтобы поймать нормально леща, без этого не обойтись. Так, сейчас мы хорошо мелассу размесим прямо рукой. Никаких шуруповертов, ничего. Дикая природа, тишина. Правда, вот к нам приехали соседи какие-то, то есть, хотя так, в принципе, место такое красивое, но людей здесь не очень много. На данном этапе мы увидели только трех рыбаков, возле нас там чуть дальше стоят, ну, это видно какие-то, может, местные ребята со Славучича. И вот еще какие-то приехали к нам соседи. Итак, все, ребята, мелассу разбавил, тоже прекрасный запах. Теперь уже начинаем нормально увлажнять нашу прикормку, чтобы она хорошенько попила воды. Вот, прикормка начинает напиваться, водичкой становится ее тяжелее перемешивать. Ароматика шикарная просто. И как раз, вот видите, о чем я говорил, что прикормка получилась такого вот, она вроде бы и светлая, но с другой стороны такая сероватая. Поэтому я и не сильно черная или коричневая. Поэтому вот я думаю, что для Днепра, для ловли именно леща или там любой другой крупной рыбы, я думаю, это будет то, что надо.
Так. В принципе, прикормку нормально увлажнили. Значит, что я сейчас сделаю? Сейчас на этом же этапе я сюда добавлю пасточина. В принципе, в этом году еще, по-моему, ни разу не добавлял пасточина. Но вот такая вот разноцветная крошка, я думаю, привлечет нам крупную рыбу, привлечет леща. Не будем жадничать. Добавим сюда сразу всю пачку. 4 килограмма прикормки – это много, поэтому вот на 4 килограмма эта пачечка будет в самый раз. И, соответственно, сейчас ее перемешаем. Пасточина тоже наберется сейчас водой от прикормки. И у нас получится такая очень интересная смесь для ловли крупной рыбы и, надеюсь, леща, конечно же. Так, ну что, ребята, в принципе, на этом все. У меня еще осталось немножко воды с мелассой. Сейчас эта прикормка постоит, потом еще будет второе увлажнение. Не будет никакого сита, мне прикормка нужна инертная, мне не надо никаких лишних гейзерений, там каких-то лишних движений вокруг прикормки. Именно чтобы прикормка спокойно лежала на дне и вниз отдавала свою муть, мелассу, аромки, пасточинки и все остальное. Ну и, разумеется, если мы приехали на леща, приехали на Днепрку, даже без гороха, то есть обязательно я дома сварил килограмм гороха. Единственное, в этот раз я его немножко переварил. Объясню почему. Он такой у меня идет чуть-чуть влажноватый и чуть-чуть переваренный, такой как бы кашицей. То есть здесь есть крупные частицы гороха, и в то же самое время есть вот эта вот такая гороховая каша, которая нам даст такую вот интересную гороховую муть, который очень любит лещ, потому что у нас здесь течение, эту муть будет немножко течением с кормушки вымывать, а соответственно вот эти вот крупные частички будут что ему покушать. Поэтому сегодня вот такой вот немного переваренный горох, я думаю, что именно в этом месте он будет уместен. Поэтому, в принципе, сегодня с прикормкой все быстро, недолго, я надеюсь, что я вас не сильно утомил. Сейчас переходим уже к нормальному маркерению. Мы промерили с диппером и знаем уже да, примерно глазомером, куда нам забрасывать. И найдем эту канавку, точечку, где там за что зацепиться и как рыбачить. Платформа у меня установлена, так что маркеримся и, в принципе, начинаем рыбалку. Так что, ребята, рыболовные приключения продолжаются. Ставим обязательно лайки, не забываем комментарии и подписываемся на Флагман ТВ. А мы поехали дальше. Итак, ну что, ребята, осталось классически уже промаркериться, посмотреть здесь что к чему. Примерно знаю, куда бросать, какая канава, какая глубина. Значит, что по удочке. Удилище я сегодня, в принципе, взял с собой два. Inspiration 3.9 до 130 грамм. И взял на всякий случай с собой еще Sherman Pro 4.20 до 160. Ну, ехал на Днепр, не знал, какая здесь будет ситуация. В принципе, смотрю, что удилище до 130 грамм должно хватить. Поэтому сейчас как бы быстренько промаркеримся, заклипсуемся, найдем точку, где мы будем ловить ближайшие сутки, надеюсь, нашего крупного леща, и посмотрим, что к чему. Ох, хищник как плещется, с ума сойти просто. Тут еще, наверное, судя по всему, еще судачий эльдорадо просто. Так. Ну, смотрим, что у нас под дно. Дно такое, в принципе, чистенькое. Без ракушника, без ничего. Чистейшее дно. Думал, что будет ракушняк, нету вообще ракушника. О, ага, вот есть ракушничок, отлично. Отлично, вершинка потрушивается. Я думаю, что на чистом илистом дне это как раз ракушняк идет вот на этой вот канавке, 100%. Вот пошел ракушничок, вот на нем мы где-то будем и клипсоваться, потому что выход там такой на 4 метра очень близко от берега. Вот она пошла, эта бровка. Выход. Вот упирается. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один. Ну, в принципе, 31 оборот. В принципе, нормально. Так, еще раз повторим. Как говорится, закрепим пройденный материал. И вот пошел ракушничок.
начало самого рукошника. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Да, получается, там, где идет канава, то, что мы с вами видели на диппере, больше 6 метров, там идет чистое дно, и как только начинается выход с канавы, начинается ракушничок. Вот поэтому на вот этой вот дистанции, где выход с чистого на ракушняк, я примерно там и заклипсую. Сейчас его найду только. И поставим клипсочку и будем смотреть, какую, в принципе, здесь, какой кормушкой здесь можно ловить. Так, проверяем еще раз. Вот пошел чистое дно. Чистенько. Хороший такой рельеф, приятный. Отлично будет рыбачить. Оп, и начался ракушняк. Вот здесь вот отдадим раз, два, три. Три оборота поправку. И попробуем сейчас уже, пока клипсуюсь так, потом одену резиночку, чтобы клипса не слетала. И сейчас попробую уже непосредственно кормушку, каким весом будем работать. Кормушечку металлическую, все-таки река. Я думаю, что металл будет уместен. Сейчас вот под клипсу закину и посмотрим. Немножко дадим поправочку. Дистанция прекраснейшая для рыбалки получается, просто комфортно. И посмотрим. Будет ли держаться эта кормушка на течении на этом. Если что, то дадим, возьму больше немножко вес. Сейчас посмотрим. 70 грамм чуть-чуть подносит, и она, в принципе, стоит. Если что, можно будет перейти на 90, я думаю, и будет вообще идеально. То есть, да, чуть-чуть дает подтяжечку. И, в принципе, стоит. Но можно попробовать взять тяжелее кормушку. Посмотрим, допустим, те же самые 80 грамм можно попробовать, хотя 70-ка, в принципе, стоит нормально. Так, ну что, в принципе, определились практически с весом, сейчас буду варьировать уже кормушку, значит, что сейчас буду делать, ребята, ну, сейчас где-то примерно часов, наверное, 10 утра. У нас по правилам, вы знаете, передачи есть ровно сутки. Мы будем рыбачить завтра не больше, чем до 11 утра. Поэтому сейчас добавлю любимое лакомство леща, горох, прикормку и начну обильно кормиться. Значит, что хотел вам, ребята, сказать сегодня по насадкам. Расскажу вам маленькую предысторию. Насадка у меня вот в такой вот сумочке, термо. Все-таки лето, жарко уже на улице. Собрались на рыбалку и получается, ну, на съемки, получается, кинули заказать в одно место, в другое, нигде нету наживок. Это просто был какой-то кошмар. Наживку я вчера не мог еще достать, буквально там до 3 часов дня. Ну и как бы за наживку хочу передать огромный респект Янушу и компании Worm Expert, которая продает червя, продает опарыша, кастера. То есть я позвонил Янушу, он мне привез чуть ли не к самому дому, привез мне опарыша белого, прекраснейшего просто. Также привез мне два вида кастера. Один кастер сухой и другой кастер, так называемый мокрый кастер. То есть будем тоже пробовать ловить на кастер, добавлять его в прикормку. В принципе, у меня с собой еще красный червь тоже. Ну, сами понимаете, лещ любит покушать, поэтому наживок сегодня много. Поэтому в очередной раз респект Янушу. Кто хочет купить себе хорошую наживку, переходите по ссылке в описании. Worm Expert очень советую. Еще раз спасибо. Так, ну что, начинаю кормиться. Покормиться придется много. Я думаю, кормушек 10-15. Пока без живых компонентов. Просто прикормка, постачи на горох. Поэтому рыболовные приключения на Днепре считаю открытыми. Погнали кормиться. Настроение отлично. Я надеюсь, все сегодня у нас получится. У нас все-таки юбилейная передача, 10-я.
Так, ну вот, ребята, долгожданная первая рыба. Такая поклевка необычная. С отстрельчиком, но таким коротким. Ох-ох-ох-ох-ох, сильная рыба. Сильная. Кормился я где-то час примерно в таком темпе. Заброс где-то в минуту. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребята, хороший. Ой, хороший. Ой-ой-ой, что он творит? Ничего себе. Ничего себе. Ух, ух, как. Ой, ребята, какой лещ. Ёлки-палки, какой лещ. Офигеть, просто ёлки-палки. Ох, вот это лещ, ёлы-палы. Ой, хороший. Фу, посмотрите на этого красавчика, просто. Беленький речной лещ, это вам не КВХ, где лещи такие багровые, белые, красивые какой. Посмотрите, какая рыба. Посмотрите. Дело в том, что другой рыбы здесь просто нету. То есть поклевки не было, я поймал только одного ерша, и вот дождался поклевки леща. Так что я думаю, дело пойдет нормально. Это первый лещик, надеюсь, не последний. Рыболовные приключения продолжаются, а мы погнали дальше рыбачить. Так, еще одна, ребята, поклевка. Где-то примерно поклевка сейчас проходит на второй минуте. То есть нормально я прикормился. Ох, сильная здесь рыба, ребята. Речной лещ, все-таки это речной лещ. Ну, у нас, в принципе, 0,17 поводок, фидергам. Я думаю, что все будет нормально. Главное его не спускать на точки леща. Ох, он в сторону идет, вообще жесть. Я просто в шоке, вообще. Ох и сильный, ребята. Какая сильная рыба здесь. Такой дерзкий. Сейчас воздуха немножко он глотнет. Посмотрите на этого красавчика. Есть. Класс. Вот это рыбалка, я понимаю. Это мы сюда не зря приехали. Просто класс. Просто класс, ребятки. Четко в нижнюю губу, значит, поводочек подобран правильно. Вот такой вот красавчик очередной. Вроде бы небольшой, но бойкий. Рыбалка интереснейшая. Так, ну что, продолжаю. Нужно кормиться. Рыболовное приключение продолжается. Ух, и еще один лещ сразу же после густеры. Ох, он и бойкий тут, ребята. Немножко, правда, короче поводок сейчас я поставил, буквально там на сантиметров 20. Думал опять удлиняться, но смотрю, нет, поклевка последовала и на этот поводок. На насадке хороший пучок червя и опарыш. И у нас очередной лещ. Ух, класс вообще. Ой, гарный. Ой, хороший. Фидергам свое дело делает. Вы посмотрите, до сих пор не хочет сдаваться рыба. Ой, хороший. Опа, есть, есть. Ну, этот уже покрупнее, должен вам сказать. Такой красивый. Не, в принципе, нормально, четко в нижнюю губу засекся. Значит, в принципе, кормится со дна. Значит, все делаем правильно. Тактику избрали правильно. Но скажу сразу, ребята, здесь нужно хорошенько кормиться. Здесь лещ любит очень покушать. Есть. Продолжаем рыбалку. В азарт только вошел. Ну все, короче, сейчас наловим полный садок лещей. Для того, чтобы в финале было просто не то, что шикарно, а идеальная концовка нашей 10-й юбилейной части программы
рыболовные приключения. И в очередной раз, ребята, повторюсь, после такого хорошего леща не ленитесь, ставьте нам лайки и комментируйте видео, потому что для нас это действительно важно, это самая главная награда, это вот, это вот ваш пальчик, который вы поставите, нужно просто нажать кнопку, поэтому ставьте лайки. Take a step forward, see where your foot's at. Stand tall, stand proud, talk loud. Every word out your mouth has purpose now. You just gotta get rid of the bad thoughts. Hating others cause you know that they gotta lie. Forget that though, you got plenty. You're alive in this life, you got time, go get it. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. Ох, и хорошая густера клюет. Даже густера здесь зачетная. Что еще заметил, ребята? Поклевки здесь, конечно, такие необычные леща. Я привык, там днепровский лещ, эти загибы, отстрелы. Чуть-чуть только подергивает кончик, небольшой такой отстрельчик, вот такая вот поклевка. В принципе, практически что устера, что лещ клюют одинаково. Ну, конечно, должен сказать вам честно, очень интересное место, не зря мы сюда приехали. Но продолжаем кормить, продолжаем ловить. Лещ такая рыба, его надо много кормить. И темп такой, держу 2 минуты перезаброс, не больше, потому что, в принципе, все 3 поклевки леща были на 2 минуте, как правило. Поэтому больше 3 минут не засиживайтесь здесь. Здесь надо лещу давать много кушать. В этот раз уже и поклевочка такая была, конечно, поярче. Но у него, ребята, здесь, конечно, первый удар такой вообще нереальный. Скажу так, что без фидергама даже не едьте сюда. Потому что у него первые 3 подачи такие ярые просто. Потом он уже немножко успокаивается. И постоянно идет вверх по течению. Тянет кормушка за собой 90 грамм. Ох, сильная рыба. Ох, сильная. Но фидергам и удилища делают свое дело. Как раз вы можете посмотреть, как Inspiration Blank работает. 3,90. Эх, завел куда-то. Есть, вывел. Отлично. Нет, не вывел еще. Кормушка есть, зацепился, сам лещ завел. Все. Не мой. Ну ничего, бывает. Будем знать, что здесь корч большой. Завел в корч, зараза. Но ничего, поехали дальше. Как говорится, на то они и рыболовные приключения. Фу, жалко, а был хороший. Был хороший. Но самое главное, что мы его не спустили на точке. Это основное. Так, поводок делаем примерно такой же длины, около 50 сантиметров. Была поклевка, и будем знать теперь, почему он под берегом идет в ту сторону. Там какой-то корч лежит. Есть лещ еще один. Теперь главное ему не дать завести в корчи, надо его... Леска у нас, в принципе, толстая, поэтому надо его быстро поднимать наверх. Я думаю, с ним здесь не надо церемониться. Быстрее поднимем, легче потом будем вываживать его. Вот я о чем и говорю, практически на глиссере я его вывел. Главное ему в сторону не дать уйти. Оп. Воздуху дать глотнуть. И порядок. Ну,
Хороший, хороший. Какой беленький, красивый какой. Ну просто огонь рыба. Все. Предыдущие ошибки уже не повторил. Быстро вываживаешь его и все. В принципе, что волноваться. 0,17 леска, фидергам. Удилище отлично вяжет рыбу, так что никаких проблем. Очередной раз нижняя губа. Червь с опарышем. И вот такой вот очередной лещик у нас под саки. Прекрасно, ребята. Рыбалка просто отличная. Есть. И это несмотря на то, что на дворе, чтобы вы понимали, сейчас день. Ну, в принципе, на Днепре лещ, днем именно на Днепре, всегда хорошо клюет. Я даже заметил, там, если брать там Киев, тот же самый газопровод, там почему-то там местные рыболовы все там, грубо говоря, там 12 часов дня собираются, уходят домой. Я туда на рыбалку выхожу там все время там к 11 дня только. И всего там леща я ловил вот обычно там с 11 до 2 дня. Поэтому, ребята, экспериментируйте. Если вы хотите ловить леща, то днем он тоже отлично клюет, если, конечно, мы говорим о реке Днепр. Ну а наши рыболовные приключения продолжаются. Лещ у нас клюет и погода прекрасная, рыбалка интересная. В общем, все отлично, продолжаем. А сейчас я подбрызнул бисквитиком до этого. Сейчас проверим. Кину сейчас опять без бисквита. Итак, какая ситуация? Где-то сейчас, наверное, полвторого, часа два. Клевать перестало сейчас. То есть, ну, поймал я 5 лещей таких добротных, пару устирок, попробовал поставить хороший жмут опарыша, не принесло никаких результатов, поэтому сейчас, в принципе, та же самая насадка. Единственное, что подбрызгиваю спайси бисквит ромикой. Может быть, в принципе, это что-то даст, поэтому кормим, пока не клюет. Но я надеюсь, что будет вечерний выход еще леща. Но как ни крутите, здесь надо кормить. И даже если днем просто встать там отдохнуть, пойти перекусить, лучше подходите каждые 5 минут хотя бы кормушку на точку опускать. Потому что течение хорошее, сносит прикормку быстро и леща, в принципе, хорошее поголовье. Так что все продолжается, ловим дальше. Ну, только сказал, что клев перестал, видели? Брызнул спрейчиком и поклевочка. Но не лещ, такая хорошая, добротная густера. Но, честно говорю, после таких лещей уже густеры вообще не хочется ловить. Хочется только лещика. Но ничего, я уверен, что лещ на этих рыболовных приключениях нас еще посетит 100%. Хорошие густера, ребята. А нет, скорее всего, наверное, лещик. Надо его быстро опять выбирать, чтобы он не ушел туда под корягу. Ай-яй-яй-яй-яй. Поспешил. Жалко. Жалко. И такое бывает. Поспешил при вываживании. Он опять начал корягу заводить и не успел его наверх поднять. Так что такое бывает. Но, несмотря на то, что день, в принципе, лещ подходит. Единственное, что стали намного длительные паузы. Приходится делать заброс где-то раз в 5 минут, и тогда идет поклевка. Насадка все та же. 3 червя, один опарыш беленький. Так что, надеемся, подойдет. Итак, попробовал я немножко поддержать темп, ну, грубо говоря, там заброс в минуту, и буквально вот потом сделал паузу почти на 5 минут, и поклевка лещика. Так что, в принципе, если так логично подумать и говорить о тактике, которая здесь применима, я думаю, что даже круглосуточно, то есть ловите, если вдруг там клев перестает, просто докармливая, там струшивать кормушку не надо, потому что она его пугает. То есть тогда просто убыстряете темп. То есть заброс, досчитали до 30, сделали длинную подтяжку, поставили, досчитали до 30, сделали длинную подтяжку, вымотали. Так делаете 5 раз, потом забрасываете нормально уже кормушку
с новой наживкой и делаете паузу на 3-4 минуты до 5, не больше. Вот. И тогда, в принципе, как вы сами видите, отозвался подлещик, и как вы сами видите, сам факт, что такая тактика здесь будет отлично работать. Поэтому мы, конечно, потом в конце полностью там разберем этот водоем, как всегда, но на данном этапе вот такая вот тактика работает. То есть включаем темп, 5 забросов через каждую минуту, и рыба уже опять на точке. Так что работаем дальше. Поклевка опять хорошего леща. Все-таки я его дождался. Пробовал я до этого короткий поводок, вернее, длинный поводок. Ничего не было, тут укоротился, вот, в принципе, там до 40 сантиметров, и сразу же поклевка. Так что, в принципе, надо экспериментировать, и лещик всегда будет. Ой-ой-ой-ой, опять он в этот корч меня ведет. Опять он в этот корч меня ведет. Нет, на этот раз такого не будет. Я тебя возьму. Ой, хороший, ребята. Ой, хороший какой. Беленький, красивый. А, есть. Фу, ну это уже экземпляр. О чем я вам, ребята, и говорил. Сейчас пусть немножко побрыкается. Пусть успокоится. Чуть-чуть воздуха глотнет. О чем я вам и говорил, ребята, что днем, как правило, на Днепре, в принципе, без разницы, в какой точке, там, где есть течение, там, где сильная река. Ох, хороший крючок. Днем лещи клюют, конечно, ребята, покрупнее, это 100%. Так, в садок его. Так что тактика наша работает, темпование работает. Единственное, что вот поводочек укоротил, сколько тут, ну, я думаю, сантиметров 40, максимум 50. Потому что до этого пробовал метр, такие шли легенькие тычки, то есть видно, что рыба есть на точке, но клевать она не хотела. Укоротился и сразу же заработал поклевку. Так что все отлично, рыбачим дальше, ждем вечернего клева. Так, еще одна поклевка, такой дерзкий лещик, походу. И встанем, чтобы он опять не повел туда в корягу. Ой, хороший, хороший. Есть такое экстремальное вываживание. Хороший лещик такой. За нижнюю губу. Все как положено. Коротенький поводочек. Вот такой вот красавчик. Похоже, что клюет здесь, в принципе, весь день. Поэтому можно спокойно ловить. Весь день, как говорится, без перерыва на обед. Да, он днем клюет не так активно, как это было утром, но поклевки есть, темпование работает, и пауза в 5 минут тоже работает. Так что я смотрю, ребята, что это просто не место, это какой-то днепровский лещовый Эльдорадо. Итак, ребята, какая ситуация? Значит, сейчас уже вечер, где-то, наверное, часов 7 вечера. Мы сделали небольшой перерыв, там буквально где-то 2 часа. Хорошо перекусили, посидели в тенечке, отдохнули, потому что здесь на солнце сидеть очень жарко. То есть сейчас ветра вообще нету. Но на данный момент пока клевать перестало. То есть я сейчас обильно даю корм на точку, темпую где-то примерно там заброс раз в минуту, раз в 2 минуты. Поэтому, в принципе, ждем вечернего клева, а там посмотрим, что и как.
Итак, ребята, какая у нас ситуация? Значит, с 5 часов вечера ни одной поклевки вообще. Поэтому, ну не знаю, так если доверяете моему опыту, сразу вам скажу, можете спокойно с 5 там, с 6 вечера идти жарить шашлык, отдыхать. Если кто-то любит пиво, выпивать пиво, это уже как бы дело сугубо личное. Но вечером здесь не клюет. В принципе, такое на Днепре бывает, когда там действительно рыба вечером не клюет. С чем это связано, честно говоря, я даже не знаю. Поэтому я так думаю, что на данный момент я еще половлю там буквально полчаса и пойдем мы отдыхать, потому что сегодня был день такой тяжелый, напряженный. Завтра 4 утра подъем, и я думаю, что завтра будет хороший утренний клев хорошего днепровского леща. Поэтому сейчас всем спокойной ночи, увидимся завтра утром. Ну что, ребята, всем доброе утро. Мы поспали, может, где-то часа 4, не больше. Значит, какая ситуация? Пришел, в темпе сделал 5 кормушек и сразу же поймал леща. Поэтому лещ есть. Лещ тут утренний и дневной. У нас утро только начинается. Мы его начинаем плотно ловить. Единственное, конечно, извините, немножко приболел, буду говорить в нос. Но надеюсь, что через пару часов отойду. То такое дело. Поэтому рыболовные приключения продолжаются, а я продолжаю ловить леща. Ну что, у нас, ребята, очередная рыба, похоже, лещ с утра начала клевать. Это хорошо. Это приятнее. Так что вчера вечером говорил, и сегодня повторюсь. Ночью не мучайтесь здесь, не ловите. Вечером тоже нормально высыпайтесь. И с утра, пожалуйста, лещик уже стоит на точке плотненько. Я же вам говорю, буквально темп 5 кормушек. И рыба есть. Ну, отлично, продолжаем. Ох, ребята, тяну хорошего леща, однозначно. Такая пауза была где-то в 3 заброса после подлещика. Ни поклевки, ничего. Шнур такой немножко в соплях. И, в принципе, понятно, что стоит нормальная рыба на точке. Поменял свежего червячка, одел опарыша и сразу же поклевку. Так что мотаем на ус, что замена свежей насадки здесь тоже хорошо работает. Для того, чтобы клюнул лещик. Хороший. Хороший. Ух, какой, ребята. Ой, хороший. Тихо, 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 тихо. Ой. Ох и бойки. Есть. Отлично. Ну, такой уже экземпляр, ребята, хочу сказать вам. Вот такой вот красавчик. Ну, он такой здесь мерный. Килушка, полторашка, такие здесь лещики клюют. Так, ну что, отлично. Утро приносит свои плоды. Уже 3 рыбы. И что еще заметил? Если идет поклевка, то поклевка идет буквально там, ну не знаю, там минута-две, не больше. Поэтому, в принципе, может даже есть смысл там не засиживаться на 5 минут, делать перезаброс каждые 2 минуты. Здесь если лещ клюет, то он клюет тут сразу. Упала кормушка, досчитали до 60 или до 90, и сразу же идет поклевка. Так что, ну это так вам, к сведению, на всякий случай.
Если кто сюда приедет, то попробуйте. Темп там 2 минуты, полторы. Может, это тоже даст свои плоды. И всегда меняйте свежую насадку. Ему здесь нужна свежая насадочка. Однозначно. То есть два заброса с червем сделали с опарышем. Если поклевки нету, меняйте насадку, и все будет сразу отлично. Это я вам гарантирую. Такой, конечно, осторожничает. Рыба потом 4 заброса, поклевки нету. Но сейчас добавил спрейчик на насадку, и в принципе сработало. Сейчас мы его выведем. Хороший, хороший, хороший. Опа. Есть. Экземпляр хорошенький, красивая рыба. 3 заброса, такой тычок, и дальше продолжения нету. Взял спрейчик, брызгнул, и сразу же поклевка. Поэтому делаем вывод, надо постоянно что-то экспериментировать, что-то добавлять. Может быть, там попробовать там вместо одного опарыша посадить 2-3. Очень нужно постоянно что-то менять. Он видно, как бы немножко такой здесь шуганный. И поэтому после поклевки потом боится подходить к насадке. Ну вот на данный момент вот спрейчик добавил. Отлично отработала тема. Не уверен, кстати, что второй заброс этот же спрейчик отработает. Но факт тот, что подбрызгивать, что-то менять нужно будет постоянно. Так что рыбалка интересная, утренняя. Сегодня уже 4-я рыба. Нормально, буквально там за час рыбалки. Ну, отлично вообще. Так, а вот уже второй сразу вот подряд. Такого еще ни разу не было. Это хороший знак. Значит, что лещ, в принципе, ничего не настораживает его. Потому что до этого две подряд поклевки не было ни разу. Тут сразу вторая поклевка. И, кстати, посмотрите, что спрейчик этот работает действительно. Я думаю, что дело именно в нем. Так, в бережок пошел сразу. Ой-ой-ой, ой, хороший. Ой, хороший. Ой, хороший. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай. Опа, есть. Такой, да, зачетный. Ну, смотрите, какой горнюня просто. Ребята, рыбалка. Ну, я не то, что даже не могу подобрать слов. Она просто невероятна. Поэтому, у кого будет возможность, приезжайте сюда, недалеко ехать. Вот такие вот лещи клюют, мелкой рыбы нету. Класс, просто кайф натуральный. Ну, а мы продолжаем рыбачить. У нас еще есть время. Я так думаю, у нас еще часа 4. Так что мы еще нормально сегодня половим. Ну, насадку сразу менять. Спрейчик. В принципе, прикормки ничего не меняется. Горох. Прикормка, горох, немножко кастера, опарыш. Здесь такая вот, можно сказать, каша. В принципе, работает. Такая очень хорошо увлажненная. Она такая тяжелая, инертная. Как раз напилась воды за сутки. Я еще ее доувлажнил чуть-чуть. Поэтому прикормка наша работает. Ну и вот видите, спрейчик начал работать с утра. Это тоже немаловажно. Работает такая крупная насадка на 10 крючке. 0,17 леска. Вот это рыбалка, я понимаю. А не то, что там сидеть. 0,1 лески, крючок там 16 номер. Сидеть, вымучивать ту рыбу. Что значит, когда приехали на место, где лещ именно живет.
тут его место. Ой, забыл прикормку. Забыл прикормку в кормушку. Тут лещ именно живет. Он не то, что там проходной, здесь его место обитания летнее. Сюда заходит и здесь плавает, кормится. Поэтому он и у нас клюет. Но факт тот, что смотрю, ребята, что местные, чтобы сказать, что они там сидят лещей ловят. То есть вчера прошелся, посмотрел, мелкая плотвичка, мелкая густера. То есть вот только что с утра при мне там издалека вот на 6 человек одного леща поймали. А мы уже поймали 5 штук. Поэтому делайте выводы, что сидеть дубинить с этими шаньками не работает. Ну и, ребята, как всегда в конце нашей программы, небольшие мои советы для тех людей, которые захотят сюда приехать порыбачить. Итак, поселок Неданчичи, Черниговская область, река Днепр, прямо на границе с Республикой Беларусь. Значит, что можно сказать? Глубина 6 метров, если приедете, ищите глубину там около 6 метров и на дне небольшой ракушняк. Кормушки 90, можно ставить 100 грамм. В принципе, 90 стоит на грани срыва. Если поставите сотку, будет стоять как копанное. В принципе, течение такое, более-менее нормальное. Все-таки Днепр. Значит, поводочная леска 0,17. Не мельчитесь, рыбу здесь леска не пугает. Крючки 10-8 номер. Значит, если говорить о насадке, то лучше всего отработал это пучок красного червя и подсадочка белого опарыша. В принципе, неплохо работает спрейчик. Либо там ванильный какой-нибудь сладкий, берите спрей с собой, он здесь тоже будет работать. Значит, прикормка такого рыжеватого цвета, в прикормку много-много гороха, надо много-много животины, можно добавлять опарыша, кастера, чуть-чуть подрезать червячка, тоже пробуйте, в принципе, тут это тоже иногда работает. Ну и самое главное, что здесь такая рыбалка, что леща надо кормить, поэтому нужно держать хороший темп. То есть, как это выглядит? Поймали рыбу, закинули в следующий раз, если поклевки нету, сразу через минуту вынимайте. Еще раз забрасываете, через минуту еще раз забрасываете. Где-то уже на пятой кормушке лещик опять подойдет, но докармливать им наструшивать не надо, потому что он здесь такой немножко пугливый, его всякие движения кормушки, в принципе, пугают. Поэтому просто забросили, протянули, делали протяжку, подождали еще 30 секунд и вымотали. И вот такой вот темп, в принципе, там. И каждая пятая кормушка, можно делать паузу там на 2-3-4 минуты. Но засиживаться тоже нету смысла. Я обратил внимание, что все поклевки здесь происходили на второй минуте. Тут такого нету, что ты удочку закинул, и у тебя поклевка там через там 5-6-7 минут, как бывает на леще. Поэтому что, ребята, место очень интересное, у кого есть возможность, в принципе, от Киева недалеко, там 200, по-моему, 20 километров, прекраснейшая природа, прекраснейшая рыбалка, мелкой рыбы практически нету, также еще хорошо здесь ловится судак, поэтому спиннингисты тоже можете сюда смело ехать, судака очень много. Так что вот такие вот советы в этих рыболовных приключениях, ну а мы скоро будем уже собираться. Ну что, ребята, прошли ровно сутки, и, в принципе, наши рыболовные приключения, юбилейная часть, подходят к концу. Сейчас мы, конечно же, как всегда, посмотрим улов. В принципе, удалось поймать немного леща. Рыбалка удалась, рыбалка здесь интересная.
Поэтому, как бы еще раз повторюсь, у кого есть возможность, обязательно сюда приезжайте и ловите в удовольствие. Единственное, что не превышайте норму вылова и обязательно лишнюю рыбу, которую вы поймали, отпускайте. И забирайте ее всю домой, однозначно. Так, ну что, смотрим, что поймали. Ну что, ребята, вот такой вот сегодня улов. Честно говорю, адреналин, во, кайф, просто неописуемый. Действительно, отличная трофейная рыбалка. Фу, аж запыхался. Ну так, навскидку, я не знаю, килограмм, наверное, где-то под 15-18 рыбы за сутки. Поэтому поселок Неданчичи, Днепр, приезжайте, отличное место. Если вам все понравилось, обязательно поставьте лайк. Ну а с вами был Евгений Чертенков, вы были на Флагман ТВ, и это была юбилейная программа рыболовных приключений. Впереди еще много интересного. Всем пока!